Здравствуйте, уважаемые любители хоккея. Вчера стали известны все участники олимпийского турнира. Финальная квалификация была разбита на три группы, по четыре команды в каждой. В группе D сыграла Словакия, Белоруссия, Австрия, Польша. Матчи принимала Братислава. Победитель каждого квартета автоматически выходит на Олимпиаду. Польша и Австрия набрали по 3 очка. Словакия в последнем туре переиграла Белоруссию, набрала 9 очков и квалифицировалась в Пекин. Кстати, белорусы пропускают третью Олимпиаду кряду. В группе E в Риге сыграли Латвия, Франция, Венгрия, Италия. Понятно, что сильнейший здесь является Латвия. Она заняла первое место, 3 победы из 3, 9 очков. Остальные сборные остались за бортом. Франция имеет 6, Венгрия 3, Италия 0. Напомню, отборочный турнир должен был пройти еще год назад. В последней группе F состояли Дания, Норвегия, Словения и Южная Корея. Квартет базировался в Осло. Азиаты заняли последнюю строчку, проиграв все 3 тура. У Словении 3, у Норвегии 6. Победителем стала Дания 9. Итак, мы имеем 3 участников Олимпиады, которые уверенно выиграли свои группы. Четвертой сборной стала хозяйка турнира команда Китая, и 8 сборных квалифицировались автоматически благодаря высокому рейтингу хоккейных стран. Это большая шестерка: Канада, действующий олимпийский чемпион России, Финляндия, Швеция, Чехия и США, а также финалист прошлого турнира Германия и Швейцария. Известно, кто с кем сыграет в группе, которых будет 3. В группу A попала Канада, США, Германия и Китай. Хоккейный турнир пройдет с 4 по 20 февраля. Каждая сборная проведет с каждой по одной игре. В группу B попали Россия, Чехия, Швейцария и Дания. Россияне по-прежнему выступят на соревнованиях без флага и гимна. В плей-офф выйдут 3 победителя каждой группы, и еще 5 команд определятся по количеству набранных очков. В группе C сыграет Финляндия, Швеция, Словакия и Латвия. Можно сказать, что в женском хоккейном турнире сыграет 10 сборных. Вот группы. В первую попали США, Канада, Финляндия, Россия, Швейцария. Во второй Япония, Китай и 3 участника квалификации, которые определятся позже. Смотрите рейтинг мужских хоккейных сборных. Стать спонсором канала можно по ссылке в описании. Услышимся в феврале 2020.